Ваня? Это Ваня. А это как зовут? Соня, а того как зовут? Это Вина. Вина. А давай спросим, как ты играешь? Иди сюда, смотри. Смотри, нет, давай, давай сюда. Слава Богу, шлем, и поют народы. Он воскрес, воскрес! И среди природы птиц, звери, лес, Господу хваление, дети воспоем. Чудо воскресенья, жизнь и счастье в нем. Аминь. Вместе с нами Спасителю хвалу, Он яркими лучами рассеял ночи путь. Всюду льется пение, Христос воскрес, воскрес! Сегодня воскресенье, поют земля и лес. Сегодня воскресенье, поют земля и лес. Христос воскрес, воистину воскрес! Христос воскрес, радость нас небес! Христос воскрес, воистину воскрес! Христос воскрес, радость нас небес! Однажды одна девочка гуляла возле дома своего и увидела гуся. Видите? Гуся увидела. Видите? Увидел. Да. А как гуси делают? А что они еще несут? Яички вкусные у них, да? Вы же кушаете? И вот она увидела, что есть гнездышко. Такое красивое. А знаете, что гнездышко есть? Маленькие. Маленькие гусята, желтенькие, такие красивые. Они пушистые, так хочется их погладить. И вот она решила их погладить. Вот она их увидела. Давай. Вот. Она их увидела. Покажите. Вот, вот здесь вот увидишь. Покажите. Вот. Она. Так. Да. Залезла и посмотрела. И думает, дай-ка я потрогаю их. Но вдруг, только она хотела потрогать, прилетел большой гусь. Прилетел и шипел, защищал, чтобы никто не взял. И она так испугалась, что провалилась в лужу. Представляете, в лужу. Но она так испугалась. И вся промокла. И вот... Сидит она на заборе, не может никуда идти, а гусь ходит вокруг и никуда не пускает. Он же защищает? Да. Вот. И вот она просидела так до вечера. Когда уже он ушел, она пришла, она холодная, уже заболела немножечко, но ее полечили. И спать уложили, и дали лекарства. И знаете, что она сделала? Она перед тем, как лечь спать, помолилась. Вот видите, она легла спать. Спи, спать. Вот. И еще мишку с собой взяла. А перед этим она помолилась и попросила Иисуса, знаете о чем? Чтобы выздороветь. Попросила, сложила ручки вот так вот и попросила. Иисус, ну чтобы я выздоровела. И легла спать. И вот на следующий день она выздоровела. И все вокруг радовались. И пришли к ней друзья ее. И вместе радовались.
и радость. И пошли на улицу играться. И больше они уже не боялись этого гуся. Дед, не бойтесь. Если вдруг заболеете, молитесь Иисусу. Он вас исцелит навсегда. Договорились? Да. А я вам дам. Вот. Вот, видно. Вот. И вот. Солнышко сияет, синий пес, птички воспевают, Иисус воскрес, дети благословляют, Бог подоконца, ныне сохранятся детские сердца. Радостью сияют речки, поле, лес, все детишки знают, Иисус воскрес, слава и хваление Господу небес. За его спасение чудо из чудес. Мама, мне сказала, Иисус воскрес, все, давай, я буду дарить. Он у нас спасите.